если что, я здесь. Уэйтс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. Надеюсь, работает. Мы идем на зверя. Звери боятся огня. Надеюсь, вы правы. Я придумал, как изловить тварь. Вы сейчас поезжайте к Рикардо в технобашню. Я буду руководить из штаба. Да. Рикардо идет перед вами. Сэмуэльса вашего я отправил в сервисный центр для андроидов. Когда разберемся с тварью, он как-нибудь заставит Аполло снять карантин. Сэмуэльс на это согласился? Ну, он предложил помощь, а у меня дел по горло. К тому же он андроид, ему это будет проще. Вам видней. Слушайте, Рипли, только мы с вами предотвращаем настоящую катастрофу на Севастополе. Настоящая катастрофа тут уже произошла. Теперь наша главная задача – убить тварь. Я в технобашне. Имейте в виду, там, куда вы идете, много чего неисправно. Тварь близко. Вы слышали? Пошли! Слушай внимательно. Прямо сейчас уходи с работы, забирай Клэр, лови кота, запрись с ними дома и жди меня. Нам надо перебраться в какое-то безопасное место, пока Сиксон не пришлет корабль. Видел тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется, он прятал за пазухой пушку. Уэйтс, не говори. А как вы хотите поймать тварь? Возвращайся домой. Я скоро буду. Работы с ценными веществами с газового гиганта. Все помещения там оснащены системой быстрой изоляции на случай ограбления. Там все можно перекрыть, вентиляцию, двери. Короче, вы заманите тварь в клетку, а Рикардо ее захлопнет.
почти готово. Закройте все двери вокруг лестничного пролета. Потом склад, зону техобслуживания и приемную серверной. Держите меня в курсе. Склад я закрыла. Хорошо. Техобслуживание закрыло. Понял вас, Рипли. Рикардо, я закрыла приемную серверной. Молодец. Теперь потихоньку уходи через серверную.
чрезвычайное происшествие. Начинаю блокировку. Есть, получилось. Рикардо, путь открыт. Минуту. Рикардо, путь открыт. Черт, нет, дверь заклинила. Рикардо, в чем проблема? Открывай. О, господи. Прости меня, я сейчас. Рикардо, ну что? Сейчас, минуту! Нет у меня минуты! Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите нам. Добрый день. Рикардо, как ты открыл дверь? Снял блокировку, иначе Рипли было не спасти. Тварь на свободе? Мы ее уже поймали, а ты выпустил? Рипли, тварь у вас на хвосте. Куда мне бежать? Бегите сначала к лифту, потом в лаборатории Джемини. Попробуем ее там запереть. Рипли, Рикардо, нельзя дать этой сволочи опять уйти. Я в Джемини. Надо полностью восстановить там электроснабжение. Подниматься надо бы на грузовом лифте, но он давно отключен. С тех пор, как Симпсон отозвал финансирование. Себе. Найдите в складском помещении пост андроида, там будет компьютер. Только тише, бога ради. Thank you.
Джексон давно пытается кому-нибудь загнать эту лавочку. Пока желающих ее купить не нашлось, но система охраны все еще работает. Ясно. Пока хватит разговоров. Зарегистрировал. Подача электроэнергии к рубильникам восстановлена. Уэйтс, где искать рубильники? Один в аналитической лаборатории, еще один в комнате санобработки.
Получен запрос на техническую проверку в секторе С-12. Запрос подтвержден. Ожидайте техника. Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите нам. Уэйтс, я дошла. Тварь идет за вами? Вроде да. Ясно. Идите в лаборатории. Уэйтс, я дошла. Комплекс лабораторий может быть отделен от станции, но для этого нужно восстановить питание.